Привет всем, добро пожаловать на мой канал о рукоделии, очень рада вас здесь видеть. Меня зовут Мира, и сейчас я буду делать очень красивую и нарядную открытку к Новому году. Я уже подготовила такую вот обыкновенную заготовочку. Также я вырезала сразу же два кружочка белой бумаги. Дизайн моей открытки будет красно-белым. Я подготовила белые такие вот шары, а самый большой и нарядный шар у меня будет с таких вот половинок жемчужинок. И давайте приступим к оформлению открыточки. Я уже нарисовала себе карандашом круг, который я буду заклеивать жемчужинками. И давайте начнем. Я закончила обклеивать свой праздничный новогодний шар. Теперь я размещу шар с надписью и шар просто декоративный. Каждому из них я проведу такую вот атласную ленточку, приклею. Я всегда все ленточки, края их запаиваю, чтобы они не сыпались. Эти два шара я приклею на вспененный скотч, чтобы придать им объема. И этот маленький также. Теперь перехожу к проклейке бантиков. Бантики я буду клеить на суперклей. На жемчужный шар я клею самый большой бантик. И он у меня будет двойной. Я еще к нему сверху добавлю такую малюточку красную. Теперь это все обязательно под пресс, чтобы все хорошо схватилось. И продолжим декор. Последним штрихом в декоре этой открыточки будет задекорировать вот этот маленький шарик. Я на нем поставлю такие вот серебряные точечки с помощью клея с блестками. Вот такая яркая нарядная открытка у меня получилась в бело-красном дизайне. Создавайте и креативьте вместе со мной. Подписывайтесь на новые видео, чтобы увидеть еще много разных интересных идей. Всем пока!